Уже по традиции встреча началась с доклада главы. Сергей Завражин рассказал жителям микрорайона о реализации в городе региональных и федеральных программ. Поделился планами на 2020-й, в том числе и о тех, которые напрямую касаются индустриального. Вполне вероятно, заверил мэр, в следующем году будет проведено благоустройство двора, дома 33А. А вот с приведением в порядок парков придется подождать. То, что касается сквера в индустриальном микрорайоне, не знаю, парк, сквер... Парк в индустриальном микрорайоне. Значит, он у нас по программе, которая действует в городе, работы по нему стоят, выполнение работ в 2021 году. На сегодняшний день нами заказаны геологические и геодезические изыскания по данному парку. То есть вот от того плана на 2021 год по приведение в порядок парка индустриального микрорайона в районе Дома ветеранов мы также не отказались. Жители индустриального микрорайона в зале сегодня немного, но вопросов было достаточно. К примеру, жители набережной волнуют проблемы с водоснабжением. Ходить за водой приходится до колонки. В городе у нас достаточно много мест, где еще отсутствует центральное водоснабжение. Здесь на самом деле либо жители сами могут изготовить за свой счет проектно-сметную документацию, да, либо будем ждать, когда средства появятся в городском бюджете. Выделить средства на проектно-сметную документацию из местного бюджета в новом году будет сложно, так как он дефицитный. Без ПСД провести водопровод невозможно. Остается ждать, пока найдутся деньги. Процесс ускорить можно, если жильцы сами захотят найти средства на эти цели. Жильцов многоквартирных домов волнует мусор во дворах от магазинов. В основном речь идет о супермаркетах. У них крыльцо под погрузку-разгрузку выходит на наш двор, да? И мусорокамера также находится в сторону нашего двора. Постоянно там открыто, постоянно там навален мусор. Получается, мы живем на свалке. Постоянно это все. Сколько мы к ним не обращались. С магазинами мы разберемся. Записали, разберемся. Встреча прошла продуктивно, отметил глава города. Все вопросы поставлены на контроль, ответы будут даны в ближайшее время.